Итак, ребят, приветствую вас. И мы с вами находимся в жилом комплексе «Радужный». Сейчас здесь занимаются у нас газификацией, это первое. Делают здесь у нас придомовую территорию, да, смотрите, все красиво делают. Даже зачем-то изнутри заштукатурили, не знаю, может бассейн сделают маленький, не знаю, что здесь будут делать. Пока все секретная информация, но. Что касается всего остального, я сейчас вам расскажу и поделюсь с вами хорошими новостями. Итак, заходим мы с вами на этаж, первый дом. Давайте возьмем с вами ориентир второй этаж, чтобы был не вашим, не нашим. И я вам немножко расскажу про данный жилой комплекс. Я расскажу вам то, чего вам не скажут другие риэлторы. Итак, ребят, давайте с вами посмотрим. Вот у нас типовая квартира. Здравствуйте. Типовая квартира. Повесили здесь уже у нас радиаторы. Эта квартира у нас идет самая маленькая. И здесь у нас тоже уже даже газ подвели. Все здесь сделано. Сделали у нас место для газового котла. И такая квартирка у нас стоит 3 миллиона 300. Смотрите, многие из вас спрашивали, как будет сдаваться дом. Сейчас я, чтобы здесь не мешаться, уйду в следующую комнату и вам все расскажу. Я думаю, вас эти новости, конечно же, устроят. Итак, смотрите, ребята, давайте с вами рассмотрим, как же будет происходить сдача квартир. Квартиры у нас будут сдаваться с ремонтом под ключ. Сейчас уже закупили ламинат. Здесь у нас будет ламинат. В санузле у нас будет раковина, будет ванная и, конечно же, будет у нас инсталляция, будет у нас унитаз. Стены будут у нас окрашены в данном жилом комплексе. Розетки будут вставлены, розетки тоже купили, все купили. Вот такой будет отличный вид. И даже здесь у нас тоже будут висеть светильники. Вот такая территория у нас выглядит так вот сверху вниз. Вот, посмотрите. Работа кипит, работа идет полным ходом. Мы с вами заходим в квартиру 52 квадратных метра. 52, именно эту квартиру я покупаю сам себе, только этажом выше. Если этажом выше не получится, то каким-нибудь этажом ниже. На мне бронь стоит, в общем, примерно так. Что касается у нас того, как здесь происходит оформление. Мы сегодня в 2 часа получаем документы, должны получить. И сразу же я беру и делаю рассылку теми клиентам, которые у нас бронировали здесь квартиры. Сразу вам буду присылать варианты, которые здесь есть, цена и так далее. И как я говорил, здесь есть рассрочка, есть у нас внутренняя ипотека от застройщика. В общем, здесь все у нас есть. Хорошие двери, входные. Еще раз повторюсь, квартира сдается с ремонтом под ключ. На самом деле это большой бонус, это большой вклад. Я ожидал, как бы и раньше вам говорил, все-таки они думали, под ключ или не под ключ. Все, решили однозначно, все будет у нас сдано под ключ. С розетками, с светильниками. И, конечно же, будут у нас висеть газовые котлы, газовый котел будет вот в этом месте. Будут у нас работать батареи, да, будет у нас тепло, комфортно. Заезжай и живи, останется только мебель. Ремонт будет, я бы не сказал, что такой прям хороший, ух. Но я считаю, что ремонт более чем достойный. В том плане, что сделано все по-умному, логично сделано. Эта, например, квартирка стоит там 3 миллиона 350 тысяч с ремонтом за 45 квадратных метров. Ну и, конечно, самая большая квартира, они у нас самые пока на данном этапе дорогие, но это 80 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом, но без мебели, понимаете, без мебели. Поэтому, ребят, что я могу вам сказать, здесь уже дело, конечно, ваше, вы можете найти очень много минусов у данного жилого комплекса, особенно те риэлторы, которые вас пытаются с него переориентировать. Потому что, сразу говорю, для риэлторов этот объект не носит никакой ценности,
По одной простой причине. Потому что мало платят. Вот так вот. Точнее, меньше всех у нас в Сочи. Ну, мне лично этот жилой комплекс понравился. Я в него влюбился. Поэтому готов продавать такую красоту. И тем более, этот вариант устраивает почти всех моих клиентов. По одной простой причине. Потому что сочетание ремонта, сочетание места, вида, качества. По-настоящему хороший клубный дом. Эта квартирка у нас 60 квадратных метров. Она самая дорогая. Стоит почти 5 миллионов рублей. С ремонтом, с газом, со всеми документами. С двумя спальнями изолированными. Она у нас стоит 5. И можно ее взять у нас в ипотеку. Ну и, конечно же, посмотрим с вами квартиру за 4 300 000. Надеюсь, держу пальцы, чтобы именно эта квартира осталась за мной. И именно ее мне продали. Потому что здесь есть сейчас определенная бронь на ней от отдела продаж. Если вдруг ее не покупает, то эту квартиру я забираю сам себе. Хороший вид. Если же не получается эту квартиру, то такую же квартиру забираю в третьем доме. Как раз эта квартира у нас с прямым видом на море, балкон с прямым видом. Все хорошо сделано. И вот здесь вы можете все посмотреть. Вон и оконные группы привезли. В общем, все доводит до логического завершения. Работники есть, рабочие есть. В общем, ребят, как-то так. Что еще такого сказать? Все хорошо, хорошая репутация застройщика. Сразу говорю, никакие скидки здесь не делаем, даже рубль. Потому что со своей комиссией не могу скидывать, здесь комиссия просто копеечная. А застройщик, у него нет такого понятия, что мне были нужны деньги. Если бы нужны были деньги, он давно бы открыл бы продажи. И все бы спокойно бы покупали бы и разбирали. Но ему нет в этом сложности, поэтому он готов даже сам квартиры давать в рассрочку по 12%. Потому что деньги имеются. Репутация застройщика тоже отличная. В общем, смотрим, думаем, выбираем. Всем пока. Если вдруг интересует, то звоните, пишите. Пока.